Повысить тарифы на газ, создать антикоррупционный суд, как того требует МВФ, и увеличить усилия по внедрению реформ, призывают Украину в американском Госдепе. Все это обсудил исполняющий обязанности госсекретаря Джон Салливан с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Суть беседы передала спикер Государственного департамента США. Она также отметила, что Штаты продолжают поддерживать Украину перед лицом российской агрессии.